Последние три низкопольных односекционных вагона «Львенок» пополнили парк электротранспорта трамвайного управления Новотроицка. Напомним, всего благодаря областной субсидии город смог закупить 13 новых трамваев на общую сумму чуть более 1 миллиарда рублей. 5 из них с 5 марта уже начали перевозить пассажиров по трем маршрутам. По 2 вагона вышли на маршрут номер 2 и 3, и еще один вагон курсирует по маршруту номер 4. В перспективе новые трамваи полностью заменят старый подвижной состав. А в администрации Новотроицка отмечают, что остальные львята выйдут на линию до конца марта.